жалко. Такая вымотость пропадает. Всем привет. Знаете, безусловно, я не спорю, там женщины любят пошутить на темы ниже пояса и при этом не позволяют, чтобы кто-то шутил по поводу их и их темы ниже пояса. Но с каких пор чистая вагинюшка стала предметом достояния? Я думала, это норма, ну типа гигиена, это нормально, а оказывается нет, надо еще и похвалиться.